Вот такой замечательный вечер. Сегодня Святая Троица. К вечеру разожгли костер попалить мусор дровяной старый. Гуси поклевали хорошенько стадиончик. Да и побросал ножички. Детство золотое. Теперь надо убрать выгул. Гуси умные животные. Они, я им показал разок, привел их сюда, поставил воду, еду. Они тут пасутся и бегут. Вот как они подъели тут. Так и буду сетку продлять эту. На ночь уберу сейчас. А тут им работы. Ой-ой-ой. Гусятам очень хорошо. Травы очень много, несмотря на сушь. Тут им поработать завтра. Ну и, собственно, стадиончик пусть отрастает. Буду их туда гонять. Такой чудесный вечер. Вот они поели. Кушают кашу. Не, не суетитесь. Кушать, кушать, кушать. Вон курица торчит там. Вот они как. Верхний слой снимается, если он грязный, мокрый. Он как на попадушке ходит. Убирается и дальше чистая стружечка. Очень удобно. Вот они, им тут тепло, хорошо. Несмотря на холодные ночи, все классно. Ну что, всем добра, всем благ. Замечательный вечер. Удачи.